Аким области Куанышбек Искаку принял директора телеканала КЗЛРД Жекапара Карабала. Руководитель региона поздравил отличника сферы, 60-летним юбилеем оказал заслуженные почести. Жекапар Карабала занимает особое место в журналистике области. Он внес неоценимый вклад в формирование и развитие телевидения региона. Это квалифицированный менеджер в области масс-медиа. Под его руководством ведется большая работа по пропаганде национальных духовных ценностей. В ходе приема аким области отметил большую роль журналистики в обществе и подчеркнул, что сотрудничество с телеканалом продолжится. Руководитель региона поздравил директора телеканала с юбилеем и пожелал дальнейших успехов в работе. Также юбиляру были переданы поздравления государственного секретаря Крымбека Кучербаева и министра культуры и спорта Ахтоты Раимкуловой. Что касается телевидения, это большая сила. Обо всех событиях, которые происходят в нашей стране, своевременно, качественно вы объективно информируете население. За это мы благодарим вас, уважаемый Жекапар Мажолович, весь ваш коллектив. Несомненно, журналисты вносят весомую лепту в развитие региона. Впереди большая работа, и наше сотрудничество будет продолжено. Хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать вам и вашему коллективу успехов. Оказываемые Жекапару Карабалаеву почести я расцениваю как проявление уважения к СМИ области, внимания и доверия. Поэтому большая благодарность.